have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами возвращаемся в Warpips. Попробуем все-таки показать, кто тут носитель самой большой палки, как говорится, да? Итак, мы можем напасть сюда, вражеское пространство. Я получу собак, Ну вот сюда, я могу получить кучу всего ценного, но здесь будет очень сложно, просто офигенно сложно. Это у нас... Со светочевыми гранатами вот эти твари нам очень сильно мешали, к тому же башни. Малая турель, переносная противопехотная. Я снайпера хочу, честно. Снайпер очень классный чувак. Против вот этих... Блин, у меня, кстати, есть чуваки со щитами. Давайте я, наверное, нападу вот сюда. Очень хочется пощупать, посмотреть снайперов, кто это такие и с чем их вообще едят. Так, оснащение. Кого я возьму сюда? Даже не знаю. Не, ну само собой простую пехоту. Наемник. Интересно на наемников посмотреть. Да, пехоту берем. Что мы еще можем взять? Вышки я пока что не хочу, слезточивы не хочу. Ты у нас турель для обороны базы. Средней дальности для обороны командного центра. Информация... Азарян приходит, Лилиана, блин, это прям долгое описание. Я до сих пор не знаю, как этими турелями управлять. Так, дроны. Хорошая штука, но брать я их пока что не буду. Хилки, наверное, тоже нет. Ты у нас кто? Тактик. Прикрытие. Вторая звездочка, поддержка. Значительно снижает задержку между арт-ударами. Немного снижает задержку между арт-ударами. Пехота поддержки вызывает арт-удары и повышает точность ближайших вояк. Блин. Хорошая штука, но у нас их два. Давайте попробуем наемников, что ли, с собой взять. Протестим, кто они вообще такие. Поехали. Испорченный гидрофон. Вперед. Итак. Так, что нам вначале дадут? Вначале также 3 дают. Давайте сразу повышение сюда, повышение налички и, наверное, личного состава. Этих у меня 3. Я могу их сразу, типа, вызвать? Неплохо, кстати. Давайте я тогда сразу же еще один личный состав, еще одного человека, пока все наши здесь. Наемники у нас, получается, послабее. На, греночку, красиво. Так, сразу же повышаем ранг нашим ребятам. Да попадите вы в него, вы че? Вот так, молодцы. А, наемников уже почти всех положили, блин. Так, еще раз повышение. Наемников можно брать бесплатно. Они просто, типа, есть. У них кулдаун, ну и все. Это получается, грубо говоря, бесплатные бойцы. Так, повышаем ранг. Там вышка! Блин, я ее не вижу. Еще раз повышаем ранг, чтобы наши ребята были получше вооружены. И сразу же 5 заказываем. Давайте, 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 я еще одного закажу. Надо переходить в наступление. Надо как-то ту вышку снести. Давайте, давайте, гасите ее. Это пока что наша сейчас главная проблема. Это вышка. Наконец-то мы ее лопнули. Греночка. Блин, как эта греночка никого не задела? Вы че? Так, вызываем наемников, делаем эффективность прибыли. Да, наемники у нас такие себе, ребята. Повышаем, есть, боеспособность наших солдат.
Скоро пойдет. Да, хорошо, Гренка прилетела прям. Давайте, поехали. Попробуем массированное наступление, чтобы наших ребят было прям больше. Они тогда... Дайте еще один уровень. Отлично. Вот так, вот так, вот так. Пока что вроде ничего идем. Наемники откатились. Так, я могу... Давайте я наших еще раз заапгрейжу. Пока что вроде неплохо идем. Взорвите, взорвите грузовик, к черту. Хорошо, Греночка прилетела прям. Красиво. Так, наемника и... У них сейчас пойдут... О, блин, у них сейчас пойдет тяжелая волна. Черт, наверное, не стоило... Давайте еще прокачаем. Хорошо, грузовик лопнули. Так, наверное, будем сейчас занимать оборонительные позиции, что ли, пока эта тяжелая война, волна пройдет. Раз, два, три. Раз, два. Еще раз повышаем эффективность наших ребят. Надо бы, наверное, следующий уровень... Да, хорошо, Греночка зашла. Минус 2 прям. Уровень нужно будет сейчас повысить на эффективность денег, может быть. На тебе, зараза. Да, давайте эффективность денег повысим максимально. Теперь раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Неплохо, нет, знаете, наемники прикольная сила, потому что после кулдауна ты просто вызываешь 3 человека, вот они приходят, да, они не такие сильные, как обычные солдаты, но просто 3 человека из ниоткуда, это прикольно. Сейчас они откатятся, я их еще раз вызову. Так, максимально повышаем боевую эффективность наших ребят и... Раз, два, три. Сейчас самое время нападать, по-моему. О, баночка улетела. Следующий уровень я полностью кину в деньги. Так, давайте, поехали. Разгоняемся по полной. Нам сейчас нужно давить, потому что потом будет гораздо тяжелее. На... Блин, Грена мимо пошла. Отлично, еще одного человека докидываем. Так, еще один уровень у нас будет или нет? Наши ребята пока неплохо идут. Взорвите грузовик. Хорошо. Надо скорее продвигаться. Отлично. Еще двух наемников. Ой, хорошо прям. Цистерночку долбанули. Ну, похоже, все, это ГГшечка. Мне кажется, что... и, давайте, это, по-моему, выигрыш прямой. Переждали до нужного времени, пошли. Операция успешна. Да, 5 вражеская сила возросла, но мы получили снайперов. Посмотрим, как это все будет работать. Что... А, еще газовые гранаты. Суперски. Я думаю, что с... такими силами мы можем теперь нападать. Если взять щитовиков, снайперов. Ну, то есть я просто не вижу теперь... сюда за собаками идти. Мне оно вроде не надо. За нефтяными вышками. Кстати, нефтяная вышка это тема. Я не знаю, что у нас будет... Ой, здесь у нас против нас будут баги. А здесь будут... Ты кто вообще? Таня. Че такой привет из Рудалерта, что ли? Элитный воин, эффективный против пехоты. Блин, зараза. У меня никакой техники нет, вот в чем проблема.
Возможно, какую-то технику я смогу получить здесь, потому что здесь награды очень ценные, но... Чтобы это победить, тут придется очень сильно попотеть, я не знаю даже. Пойти сюда, не пойти сюда. Я могу просто продуть. И опять же, возрастет сила. И сила возрастет еще раз, два и три. Ладно, идем сюда. Что у нас по оснащению? По оснащению я могу, наверное... Турель средней дальности. Ну, давайте я поставлю. Я не знаю, как ей пользоваться. Вот в чем проблема. Ставлю вояк. Ставлю, наверное... Наемники мне понравились. Возьму их. Малая турель. Противопехотная. Придержу. Она у меня всего лишь одна. Я, наверное, может быть, возьму баррикадку с... Черт. Я бы такой, чтобы снайпера, наверное, взял бы. Военный камуфляж, снайпера намного сложнее попасть. Маска-халат, снайпера не, намного сложнее... А, немного и намного, я понял. Ну, хорошо, давайте так. Я возьму снайперов, потому что я хочу их попробовать. Возьму наемников. Я очень, наверное, сейчас расточительно все это делаю. Ну, поехали. Могучий кентавр. Нам в прошлый раз очень сильно подговнили чуваки с газ-гранатами, поэтому... Так, у нас по стандарту идет вот так. Средней дальности. Так, отмена. Я еще не знаю, как этим пользоваться, посмотрим. Снайперы у нас... Стоимость 1 боевого очко, фига себе. Ну вот, нас начинают душить этими гренами. Отлично, мне нужен снайпер. Мне интересно, как это будет работать. Пока что это работает очень хорошо. Давайте мы еще увеличим нашу, так скажем, группировку войск здесь. Так, еще двоих наемничков. Это у них сейчас, типа, тяжелая военная это идет. Снайпер, он что-то делает сейчас? Да, он снимает людей. Смотрите, вон, вон, вон. Красавчик. Давайте второго. Я не против, давайте я поставлю три снайпера. Ой, красавцы. Так они отлично держат оборону, смотрите. А почему я не могу? А, у меня денег не хватает. 85 стоит. Я поставлю сейчас 3 снайпера, и они мне будут держать оборону. И я буду тогда копить... так, деньги на максимум. Ну, не на максимум, но давайте третьего снайпера. Они мне будут сейчас фигачить уровень. Их можно максимум 3, я понимаю. Для этого чела нужно 2 выстрела, что ли? Да. Хорошо, тогда мы сейчас копим деньги. Улучшаем наших ребят. Вот ранг повышен, отлично. Нам нужно будет выбрать момент, когда мы сможем пойти в атаку. Видите, потому что, ну, они держат абсолютно все. Но они... Интересно, я могу их продвинуть дальше или нет? Нет, они не двигаются, они стоят чисто на обороне базы. Максимально прокачиваем, сколько можем. И мне нужно, наверное... Сейчас прокачивать личный состав, потому что снайперы у меня забирают 3 ячейки. Блин, я что-то об этом не подумал. Ладно. Видимо, нам пора потихонечку выдвигаться.
Ну вот, взяли, просто так наемников слили нам. Давайте, ребят, мне нужны еще военные единицы. Нам нужно на атаку же идти. Они, у них скоро пойдет волна, и будет сложнее гораздо атаковать. Нам нужно продвигаться. Блин, это очень далеко продвигаться, но вроде как... А, минуточку, это наши солдаты продлевают линию снайпером, что ли? Да, чем ближе наш солдат подходит, тем лучше прикрывает снайпер. Ой, так это вообще шоколадно. Да-да-да, то, что волна, я в курсе. Смотрите, как... Блин, снайперы это вообще тема. Смотрите, как они работают. Они вообще работают на всю карту. Давайте, ребят, подходим, подходим. Мы уже почти здесь. Надо начинать поливать базу. Снайперы просто берут и снимают, они их спаун-кемпят, гляньте, блин, вот эта тема. Да, короче, снайперы это очень ценный ресурс, хорошо, что их три. Ну, по сути, мы выиграли сейчас эту кампанию чисто за счет снайперов. Если нам их еще раз дадут, это будет просто, ну, это имба, против пехоты это имба. Ух. О, Тау-турели, отлично. Тау-турели, это просто суперски. Я, получается, обычные турели не использовал. Так, идем сейчас сюда. Здесь нам за вот это нам дадут снайпера. Так, а дальше у нас у них будут грузовики. Тут за вот это нам дадут снайпера, за это еще два, кстати, две награды. Тут будут баги, быстрая вражеская противопехотная техника. Здесь нам надо будет ставить турели. Это вообще без вариантов. А здесь можно будет щитовиков и тех же снайперов, что ли, ставить. Сейчас посмотрим. Ладно, значит... Поэтому я думаю, давайте на... Сейчас возьмем Тау, потому что против нас будут баги. А это очень важно, от них обороняться. Так, естественно, простых солдат. Может быть, возьмем... Может быть, возьмем артиллерийские удары, чтобы у нас были. Блин, наемники тоже тема, но... Но они немножко меньшая тема, я даже не знаю. Хотя у нас их много. Давайте их тоже возьмем, чтобы у нас просто было как пушечное мясо, если что. Возьмем, наверное, инженера. Мне кажется, это правильным решением. Стрелок. Опасный вражеский меткий стрелок. Черт, вот это не очень хорошо. То есть, ну, это не снайперы, но эти ребята тоже очень меткие получаются, да? Может, газ-гранаты тогда возьмем? Много всего набираем, согласен, но, возможно... Давайте я тогда даже возьму еще одно заграждение. Я не знаю, как это будет работать. Нам, по сути, еще два выигрыша надо, поэтому сейчас уже можно, наверное, не экономить. Хотя вот щитовиков я немножко придержу. Поехали, попробуем, как оно будет все выглядеть, как это все будет работать. Еще не уверен. Грустная панда. Ну, да... Вперед. Так, у них башни есть. Башни мне, кстати, уже сразу не нравятся, прям сходу. Эти ребята скоро появятся, я понял. Ставим Тау. Вот сюда. Берем сразу наемников, пусть идут. Так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Тау у нас будет стоить... Черт! Короче, да. А можно? О, прям неплохо. Может, ты тоже сдохнешь, не? Так, давайте вот так, вот так. Еще немножко себе подымем. Блин, башня это прям проблема.
Башня это прям проблема. Я не знаю, что с ней делать. На нее придется очень много ресурсов потратить. Да, греночку в нее. Еще личного состава добавим. О, блин, мне бы... Есть! Минус башня, супер. Давайте вот так. Немножко повысим. Тут чел держится из последних сил, молодчик. Еще и всех перестрелял. О, баги! Нет! Минус баги. Стреляй! Стреляй! Минус баги. Супер. Еще личного состава. Так, берем инженера. Раз, два, три. Все, ребят, выдвигаемся. Поехали. Авиаудар пошел. Так, нам бы нужно бы... Минус, отлично. Они все идут под прикрытием инженера, хорошо. Так, это идет. Немножко повышаем уровень наших ребят. Пусть они продвигаются. Отлично. Он их лечит, я не пойму до конца, или... А зачем ты отходишь? Ну, я понимаю, что ты с группой держишься. Но эти же сейчас... На тебе. Давайте, ребят, поехали. Это наш шанс, прорываемся. Да! Ну, это была хорошая победа. Я немножко перестраховался, взяв с собой столько народу, но... Видите, оно себя оправдало. Это была прям очень хорошая победа. Получаем снайперов. Гренки очень хорошо себя зарекомендовали. Хилка. И вот на следующий раз хилку надо брать точно. Укрепление. Я не знаю, спасло ли мне укрепление мою ракетницу. Может быть. Итак, ну получается захват флага. У них будут машины доставлять небольшую группу солдат на передовую. Это меня... Так, боец, обычный солдат, дробовщик, наносящий большой урон в ближнем бою, значит, не надо их в ближний бой подпускать. Меня вот это вот, элитный герой, меня не устраивает. Замедлить пехоту, нанося урон, уязвимо для техники. Но техники у меня нет как таковой. Поехали в оснащение. Значит, я точно беру снайпу. Тут вообще без вариантов. Ну, обычная пехота, само собой. Гренки, само собой. Тау я, наверное, брать не буду, потому что у них боевой техники как таковой не будет. Эти УАЗы, они вроде, по-моему, даже без пулеметов. Вот, я буду просто потихоньку продвигаться. Я думаю, что я, возможно, возьму вышку. Нам очень долго... Вот тут это, я так понимаю, появление героя, да? Нам очень долго придется, может, щитовиков подкинуть. Наемники это хорошая быстрая сила, но я не уверен. Насчет щитовиков. Давайте хилку, может быть. И давайте щитовика. Очень много сюда всего ставлю. Но, блин, у них будет чертов герой. Поехали. Я сейчас совсем неуверенно себя чувствую, но мне кажется, что... Я мог предусмотреть... О! Смотрите, это вражеский командный центр. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, для снайперов мне надо потратить. Я трачу сразу. Мне, в принципе, пофиг. Ставлю сюда. И ставлю сюда. И сразу же заказываю себе снайпера. Просто, чтобы сдерживать их. Просто, чтобы сдерживать. Вот эта пехота, которая идет, мне нужен еще один снайпер. Сейчас, как только у меня будут деньги, я его возьму себе. 85, блин, это чертовски дорого. То, что они подвозят пехоту на передовую, это они, конечно, молодцы, но... Без вариков.
Хорошо. Таким образом мы сейчас себе набиваем немножко уровень. Практически, скажем так, за их счет. Вот, я могу взять себе уже щитовика. Башня меня немножко смущает. Не немножко, а, блин, а смущает. Это прям... молодцы. Больше денег. Я не знаю, сколько у меня уйдет ресурсов на то, чтобы убить героя. Я же думаю, что она смертная, что ее можно убить. Иглай дали достижение, кстати, зоркое око. Так. Еще улучшение. Приближается вражеский герой. Да, я понимаю. Волна врагов меня не особо сейчас смущает. Давайте я даже третьего снайпера поставлю. Это был вражеский герой, если что. Так, увеличиваем наше накопление финансовое. Дважды. Максимально, все. Хорошо. Теперь деньги будут приближаться быстрее. Ну, приближаться, идти, накапливаться. Уровень стал меньше идти. Ну, ладно, это опять же не проблема. Сейчас немножко копим. Я вот хочу повысить личный состав. Блин, до 3 всего лишь я смогу повысить. Но, видимо, придется с этим как-то мириться. Самое идеальное будет в конце вот тут прорваться, но я пока что не уверен. Посмотрим, как оно будет. Минные поля. Ладно, короче, пора потихонечку клепать солдатню, потому что... пока что пойдет обычная солдатня без щитов, потому что тут наши ребята под прикрытием. Мне нужно башню снять. Пока я снимаю башню... Блин, башню снять крайне трудно. Давайте еще наших ребят подкачаем. Видите, это практически нереально. Давайте я щитовика поставлю. И парочку солдат с ним. Чтобы он мне хоть немножко прикрывал, чтобы мы могли по башне пофигарить. Потому что, ну... как-то уж слишком. Да, башня теперь на него отвлекается. Теперь мы можем в нее поливать потихоньку. Вот так, гренками. Да-да-да, давайте, давайте, ребят. Все, башню сняли, потому что это была прям проблема. Увеличиваем натиск. Там две башни. То, что волна приближается, мне это не особо волнует. Ребят, башню снять надо. Поехали. Всех застимпачил. Хорошо. Повышаем уровень нашим ребятам. Все, минус башня. Отлично. Нате, вам тут повоняет немножечко еще. Ой, они под стимпаком вообще хорошо так прошли. Блин, все равно убивают, но... у них волна сейчас закончится. Так, улучшаем, улучшаем наших солдат. Еще одного щитовика возьму. Они очень хорошо прикрывают. Прям красавчики. Смотрите, смотрите, сколько в него уходит. Сколько он впитывает. На тебе гренку. Ну и снайперы подливают. Так, все, ребят, уровень максимально повышен.
Вот эти прям бесят. Смотрите, сколько их тут. О, давайте тогда мы вот так вот сделаем. Давайте уровень в деньги и просто солдат наклепаем сейчас. Так, снайперы у нас все на месте. Отлично. Ну, вроде как можно брать. Посмотрим сейчас. Мне надо было еще одного щитовика сделать. Ну, ладно. Есть. Надо вот эту цистерну взорвать. Она бесит. 20 уровень. Давайте еще. Во, минус цистерны, наконец-то. Все, ребят, поехали. Ай, чертовы мины. Ну ладно, наши доходят. Блин, сколько я на минах теряю. Просто звездец. Мне нужно больше денег, погодите. Они все там застряли, вы серьезно? То есть у меня подходят сейчас только оттуда. Черт. Смотрите, как они тут... Они просто тут застряли. У меня огромный кусок армии висит и ничего не делает. Дайте мне еще один уровень. Я его просто сюда в солдатов кину. О, начали проходить, да ладно тебе. Минус. Блин. Минус. А. Ребят, подходим, самое время, давайте. Пока не... Блин, щитовик наступил. Поехали, поехали, поехали. Пушим их, танчим. Чуть-чуть совсем осталось. Подходите. Какой джип? Откуда ты там взялся? А еще один герой. Вы нормальные, блин. Деньги. Только не взорвитесь на этих чертовых минах. Ха! Кого я это прошу? Они прям на них идут. Давайте, ребят, давайте. Их дотолкать осталось совсем чуть-чуть. Ох! Там гренок полетело, видели? Не взорвитесь! Минус один, конечно же. Есть! Фух, ГГшечка. Так, а в смысле она сила растет? А куда дальше? Я это все захватил. Что тут? Неплохо. Получено достижение Island Instigator. Хорошо. Остров захвачен. Вот. Это все теперь наше. А, вы серьезно? Нет, ну я понимаю, что серьезно. Хорошо, 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 мне понравилось. Что тут еще может быть новенького? У них там базучники. Танки!
тут есть тяжелый О, так, погодите, все вдруг стало резко очень интересно. Тут ЛРМ дадут. Это тяжелый пулеметчик. Ребят, следующая серия будет очень интересной. Хотя эта серия привела нас к победе, она тоже была классная. Следующая будет, по-моему, в разы эпичнее. Поэтому пока что на этом заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда.